Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова. И сегодня хочу вам показать квартиру. Планировки бывшие 3 плюс 1. А сейчас это 2 плюс 1. Просто шикарные площади. Находится он в старом комплексе, но очень ухоженном, уютном. И сейчас я вас приглашаю на просмотр. Ну что ж, друзья, мы с вами вошли в квартиру. Здесь у нас хорошая прихожая имеется. Есть шкафы, зона с зеркалом. На восточной стороне, слева от меня, находится первая спальная комната. Затем идет салон, совмещенный с кухней. А направо уходит вторая спальная комната. Давайте начнем осмотр слева направо. Пойдем по порядку. Первая спальная комната около 14 квадратных метров, достаточно большая по сегодняшним меркам. Окно ее находится на восточной стороне с выходом на балкон. Туда же у нас есть выход и из салона. Обратите также внимание, что у нас уже стоит радиатор отопления, то есть квартира у нас отапливаемая. Наша кухонная зона около 10-11 квадратных метров. Сам кухонный гарнитур Г-образной формы. Здесь у нас уже есть холодильник фирмы Арчелик, также микроволновая печь, духовой шкаф, варочная поверхность и вытяжка. Подготовлено место под посудомоечную машинку. И прошу обратить ваше внимание, что здесь у нас на западной стороне находится небольшой балкончик. Около 1 квадратного метра там у нас находится котел отопления. Зона отдыха здесь очень большая. Вообще первоначально в проекте зал был отдельно, а кухня была отдельной комнатой. Поэтому вот эта вот зона зала, она сама по себе около 20 квадратных метров, достаточно большая, просторная. Вот такой вот достаточно громоздкий комплект мягкой мебели здесь уютно разместился. На восточной стороне этой комнаты находится у нас выход на балкон. Давайте теперь осмотрим его. Ну что ж, друзья, наш балкон очень большой, думаю, здесь около 10 квадратных метров есть, он протяженный и достаточно широкий, находится он у нас на высоком первом этаже, как вы понимаете, поэтому до низа сравнительно приличное расстояние. Что мы видим с этого балкона? Мы видим территорию соседнего участка, там у нас зеленая зона как раз, бассейны, в общем, здесь вполне все прилично. Осмотрев первую спальную комнату и салон, мы с вами вышли обратно в прихожую зону. Хочу заметить, что здесь же у нас находится первый гостевой туалет в этой квартире. Далее по коридору у нас еще одна хозяйственная зона. Здесь у нас есть шкафы и стационарное место для установки стиральной машинки. Кстати, сама стиральная машинка тоже имеется. И общий санузел. Здесь у нас есть все необходимое, вплоть до душевой кабинки. И вот на западную сторону у нас выходит вторая спальная комната. Сейчас я вас приглашаю осмотреть ее. Наша спальная комната объединена из двух спален по проекту. Получается, вот чисто спальное пространство отдельно, оно около 16-18 квадратных метров. Вот такая вот кровать достаточно большая, буквально потерялась в этом пространстве. И вторая ее часть, там тоже около 10-11 квадратных метров. Сделаны шкафы до потолка, гардеробная зона такая большая. И это еще не все. У нас в этой комнате имеется свой отдельный балкон. Теперь давайте пройдем туда.
Балкон у нас небольшой, около 4 квадратных метров. Смотрит он во двор нашего комплекса. Как вы видите, бассейны у нас уже залиты, причем здесь достаточно большой бассейн. Новые комплексы особо этим похвастаться не могут. Также много зеленой территории. Вот здесь можно сидеть долгими часами, наслаждаться нашей средиземноморской природой. Ну что ж, друзья, я думаю, вы со мной согласитесь, что, осмотрев эту квартиру, мы можем с вами сделать вывод, что она очень большая, просторная. Также очевидным жирным плюсом является то, что она после капитального ремонта, вплоть до фильтров очистки воды на всю квартиру. Здесь у нас уже установлены, есть котел, полностью поменена как водопроводная система, так и электричество. Поэтому те, кто захотят жить в этой квартире, приобрести ее, могут приехать буквально с чемоданчиком, с личными вещами, разместиться и жить в свое удовольствие. Что же касается самого комплекса, как вы уже, наверное, заметили, за моей спиной находится бассейн. Он большой, взрослый, детский бассейн. Очень много здесь у нас беседок, большая зеленая зона. В общем, такой уютный, милый, красивый комплекс. Находится он у нас в 650 метрах от нашего Средиземного моря. А ближайший магазин, буквально нужно выйти из комплекса и перейти дорогу. Остановка общественного транспорта буквально в 150 метрах. А рынок по субботам в 300 метрах от этого комплекса. Поэтому те, кто заинтересовался этим проектом, обратите также внимание, что по этой квартире можно получить у нас вид на жительство. Пишите, звоните нам, выходите на контакт. Будем ждать вашей ответной реакции. До свидания и до новых встреч!